Когда вы наконец-то выкроили время для себя, здорово, если у вас есть ЕС. У вас нет ЕС? Странно. Присоединяйтесь к ЕС прямо сейчас, к пакетам в рамках мероприятия. По выгодной цене, которая никогда не вырастет. Звездочка 2080. ЕС. Больше, чем телевидение. Здравствуйте. На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин. События в Черногории неожиданно заняли большое внимание средств массовой информации. Как сообщается, там была раскрыта попытка государственного переворота. Что там произошло? Почему неожиданно высокопоставленный российский чиновник приехал в эту страну? Об этом мы поговорим с политологом Александром Морозовым. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Итак, сообщения поступают самые разные. Известно только, что была арестована группа бывших полицейских, то ли пророссийски настроенных, то ли чуть ли не нанятых Россией, которые должны были совершить попытку государственного переворота. Но подчеркну, сообщения эти очень разноречивые, и многие из них плохо подтвержденные. У вас есть какая-то совокупная информация о том, что же все-таки там произошло? Нет, действительно, пока на данный момент, мы видим, конечно, довольно много сообщений об этом событии на украинских сайтах, которые вполне естественно этому уделяют большое внимание. Но если брать сербскую прессу и комментарии из Черногории, и если брать англоязычную прессу, то видно, что событие это освещается мало. И главным образом, видимо, потому, что основной сюжет этого события так и не ясен. Пока ясно следующее, что группа бывших сербских офицеров, при этом уже известно, что часть из них ранее была в Донбассе в качестве сербских добровольцев и воевала на стороне сепаратистов, приняла участие в какой-то операции слежения за главой Черногории Джукановичем, готовила, по всей видимости, какую-то операцию, призванную создать беспорядки в Черногории. Есть сообщение о том, что эти люди связаны с российскими гражданами, которые уже депортированы с территории Сербии, возможно, опять же, при поддержке Патрушева, который приезжал в Белград. Но фамилии этих людей пока не названы, я имею в виду российских граждан. Надеюсь, что это будет опубликовано через какое-то время в сербских медиа. Надеюсь, что это будет сделано даже в том случае, если правительство Сербии решит не разглашать эту информацию, но, тем не менее, все же независимые медиа имеют такую возможность таких публикаций. Надеюсь, что эти фамилии будут известны, и тогда мы сможем более определенно сказать, какая связь существует между сербскими бывшими военными, участвовавшими на стороне сепаратистов в Донбассе, и российскими гражданами, которые проявили заинтересованность в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Черногории. Вот англоязычные сайты, их несколько, которые, как и украинские, сообщили, больше всего сообщали об этих событиях, они намекают, что должен был быть развиваться, все это должно было развиваться по определенному сценарию, все эти волнения, что вскоре после выборов, которые должны были состояться 16 октября, должны были состояться, быть спровоцированы некие антиправительственные митинги, где вот эти вот люди спровоцировали бы насилие, стрельбу, и на волне всех этих беспорядков могло быть свергнуто правительство новое. Ну что ж, надо сказать, что это, в общем, предположение, которое имеет под собой основание. Дело в том, что ведь в Черногории уже имелись беспорядки в конце октября 2015 года, прошлого года. Они были связаны тогда с голосованием в черногорском парламенте о вступлении Черногории в НАТО. И, как известно, тогда черногорский парламент проголосовал за вступление двумя третями голосов, но
имеются в черногорском парламенте социалисты и новые партии, которые образуют коалицию, альянс, они проголосовали против. Их называют часто пророссийскими. Действительно, между этими партиями и российскими политиками существуют очень глубокие связи. И вот тогда, еще в октябре прошлого года, Андрей Мандич, лидер одной из таких партий, это черногорский политик с большим стажем, пророссийский политик, публично заявил, что он и его люди готовы использовать так называемую цветную технологию наоборот, то есть в данном случае организовать такие масштабные беспорядки, своего рода Майдан бесконечного действия и добиться смещения Джукановича. И тем самым остановить процесс, возможно, остановить процесс вступления Черногории в НАТО и вообще процесс ее интеграции в Евросоюз. Но поскольку такое заявление было сделано публично, то, естественно, возникает в отношении определенных черногорских сил теперь подозрение в том, что они вполне готовы использовать такую технологию. Отсюда и публикации, которые появляются сейчас относительно намерений этой группы, этой разоблаченной группы, которая что-то готовила на территории Черногории. Надо заметить, что здесь надо, конечно, понимать, что в Черногории есть круг политиков, пророссийски настроенных, которые, в общем, имеют очень долгую историю связи и общения и взаимодействия с теми людьми, которые являются такими бенефициарами и патронами войны в Донбассе с российской стороны. Я имею в виду, что в Черногории долгое время двумя ногами сидел Александр Дугин и его Евразийский союз. Точно так же хорошо было видно в октябре 2015 года, что сайты так называемой Новороссии и сайты Изборского клуба, которым де-факто руководит Александр Проханов, известный российский неоимперский писатель и политик, и лимоновские сайты, и сайты Дугина, они очень активно поддерживали антинатовские выступления в Черногории, очень активно поддерживали тех политиков, которые их организуют. Таким образом, в общем, существует некоторая связь между вот этим кругом российских ультраправых и теми, кто сегодня пытается организовать дестабилизацию в Черногории. Надо еще подчеркнуть, что это всем уже как бы, ну, есть такая известная фигура, Константин Малафеев, российский бизнесмен крупный, который был одним из спонсоров донбасского сепаратизма. Он объявлен был, он попал в санкционные списки Евросоюза, и он очень активно ведет работу не только в Донбассе, но и на Балканах. Были сообщения о том, что он купил телеканал в Болгарии, были сообщения о том, что он собирался купить телеканал в Черногории, также не знаю, чем это закончилось. И когда происходили октябрьские беспорядки в Черногории, уже тогда черногорское правительство высказывало предположение, что Малафеев является, ну, как-то связан с этими беспорядками. Поэтому он был объявлен в Черногории персоной нон грата. Еще в феврале 2016 года. Это все говорит о том, что некоторая, конечно, такая биографическая связь между теми, кто организует беспорядки в Черногории, и российскими ультраправыми существует, несомненно. Тогда вопрос такой. Насколько эти люди, если допустить их причастность ко всем этим событиям, действуют по собственной инициативе, или же с молчаливого, или гласного, или негласного одобрения официальных властей в России? Дело в том, что критики конспирологических версий о причастности Кремля к беспорядкам в Черногории, точнее, возможным беспорядкам, или попытке государственного переворота, задаются, в общем-то, достаточно резонным вопросом. Ну какой смысл России оказаться причастным ко всей этой заварухе, которая наверняка станет известна? Да, здесь я согласен с теми, кто скорее считает, что это некоторая самодеятельность, а не, конечно, какая-то целенаправленная и эшелонированная спецоперация Кремля. Дело в том, что сейчас сложилась ситуация, при которой
на третьем сроке Путина, и особенно после Крыма и Донбасса, появилось много, так в кавычках говоря, инициативников, то есть людей, которые предлагают самостоятельно и готовы даже это реализовывать, имея, так сказать, и финансы, и какой-то кадровый актив, организовывать самостоятельно какие-то элементы геополитической игры, как бы в интересах Кремля, считая, что, ну вот, поскольку Россия в целом находится в условиях войны с Западом, то они тем самым помогают Кремлю и российскому государству в его борьбе. И в этом смысле слова мы видели недавно вот записку, например, о том, как можно дестабилизировать ситуацию в Закарпатье, опираясь на движение русинов. Существуют бумаги, они публиковались, о том, как можно, например, активизировать движение гагаузов и создать проблемы в Молдавии. Это, конечно, вовсе не являются прямыми такими организованными все операциями Кремля, также и в Черногории. Но надо все-таки подчеркнуть, что, конечно, Владимир Путин и Кремль поддержкой сепаратизма в Донбассе и вообще всей этой донбасской истории, они, конечно, открыли ящик Пандоры, потому что через Донбасс прошло много людей, которые, может быть, не удовлетворены тем, как там все развивается, они хотели бы там более активного наступления на Киев, захвата Украины, победы над Западом, и вот эти люди теперь готовы участвовать в любых формах борьбы на территории постсоветского пространства, они вынашивают сами различные реваншистские планы. У них есть военный опыт, у них есть уже некоторый опыт логистики, то есть доставки самих себя и, как бы, и техники, как бы, и возможностей, и ресурсов на территории стран, где они собираются действовать. В этом смысле слова Кремль, конечно, несет все равно ответственность за появление подобных эпизодов, потому что еще до Донбасса никто бы не мог себе представить или там помыслить, что пусть и отставные российские военные вместе с составными сербскими военными устраивают какую-то слежку за главой государства в Черногории и тем самым пытаются повлиять на исход выборов или на исход какого-то решения сорвать парламентские выборы или сорвать парламентское голосование. Вот этого, конечно, раньше не было, а теперь оно есть, и это стало результатом того, что Кремль в принципе дал добро и развязал вот эту историю в Донбассе, в которую оказалось вовлечено очень много людей. Да, тем более, что поспешный приезд туда главы Совбеза Патрушева не добавил, как бы, иллюзий всей этой истории. Ну да, то есть, конечно, может быть, его приезд как раз и направлен на то, чтобы как-то купировать эту ситуацию, сделать, как бы, может быть, пишут не без оснований, что Патрушев просил сербское правительство не придавать слишком большой огласки, не раздувать эту историю. И, возможно, сербы на это и согласились, потому что, в общем, действительно, если уже этот вопрос решен и виновники арестованы, то не в интересах Сербии, которая тоже готовится к вступлению в Евросоюз и сейчас очень активно ведет работу с собственным населением в этом отношении, как-то раздувать весь этот конфликт и показывать всем, что бывшие сотрудники российских спецслужб или какие-то военные реконструкторы, какие-то, не знаю, казаки или какие-то добровольцы готовы бороться прямо на территории Черногории за то, чтобы она не вступала в НАТО и Евросоюз. Да, скорее всего, в этой истории будет поставлена точка. Да, мне кажется, что здесь, ну, такой большой дальнейшей огласки не будет. Но, тем не менее, в общем, если посмотреть на короткий материал, который был опубликован 25 октября в «Нью-Йорк Таймс», то там, в общем, видно, что пусть и коротко, но, тем не менее, в историю последних российских безобразий вписана еще одна строка, потому что все-таки черногорское руководство заявило, что за спиной этих сербов стоят российские граждане,
Не обязательно Кремль, конечно, и совсем даже это так никто не заявляет, но тем не менее. Нет, таких заявлений не было. Да, таких заявлений не было. Но, тем не менее, российские или пророссийские силы. Вот, это все-таки, тем не менее, вписывается в карту вот этих достаточно агрессивных и опасных действий Кремля на территории Восточной Европы и Балкан. Александр, большое спасибо за ваш комментарий. Всего спасибо доброго. Вам. Спасибо вам. Всего доброго. Напомню, что с нами на связи был политолог Александр Морозов. До свидания.